Добрый день, мои хорошие! Сегодня я хотела бы с вами приготовить замечательное ароматное вкусное рагу из овощей, которое невозможно переоценить. Подписывайтесь на канал, кто еще не успел этого сделать. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Нам понадобится кабачок, морковка, перец, лук или чеснок и картофель. Нарезаем полукольцами и постепенно складываем сковороду. Сначала я складываю более твердые овощи, картофель и морковь, их обжариваю, а потом добавляю кабачок и перец, они более мягкие, готовятся быстро. Когда овощи обжарились со всех сторон, можно добавлять лук или чеснок, а некоторые добавляют даже все вместе. Ароматный перец 4 вместе, красный, белый, черный. При желании можно добавить зелень. Еще я добавляю ароматное масло. Я готовлю его собственноручно с розмарином, чесноком, красным перцем и перцем горошек, что добавляет эксклюзивный вкус и аромат. И можно скомбинировать с любым блюдом. Ну и, конечно, какое же блюдо может обойтись без лаврового листа? Его тонкий вкус всегда притягивает внимание. Такое блюдо подойдет и для тех, кто следит за своей фигурой, и для тех, кто следит за своим здоровьем. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до новых встреч! До свидания!